Не, ну конечно, Ларат в последнем поединке, понятно, что он делал. У меня же как бы желания не было. Хотел разорваться, еще постоять. Но он сейчас закрутился, мне так лень стало что-то делать. Ну, короче, я хотел отдать и при этом постоять как можно дольше. Но если ему дать возможность, если он залезет туда, куда он хочет, то тяжело, конечно. Как ты думаешь, кто? Не, Ларат бы выиграл. Нет, я не буду так, конечно, рассуждать. Это, блин, все, знаешь, с тем, что я вижу, то, что он как бы так, ну, стартовую позицию отдает. Ну, хотя он натягивал, перетягивал. Я думаю, и Салават бы его удивил бы. Ты счастлив? Конечно. Теперь, знаешь, 8 лет как бы прошло. Когда мы еще встретимся, хрен его знает. Хорошо то, что так случилось. Теперь пусть оно за мной бегает.